29 июня в Рязани началось комплектование детских садов на новый учебный год. В этом году в связи с действием на территории города режима повышенной готовности родителям детей, направленных в дошкольное образовательное учреждение, для начала процедуры зачисления не надо будет приходить в детский сад лично. Подтвердить согласие на зачисление ребенка они смогут в течение 14 дней со дня официального опубликования приказа, позвонив по телефону или отправив сообщение на электронную почту. При обращении в детский сад родителям необходимо сообщить: первое. Свою фамилию, имя, отчество, номер документа, удостоверяющего личность. Второе. Фамилию, имя, отчество ребенка и номер свидетельства о рождении ребенка. А также дать согласие или несогласие на зачисление ребенка в данное учреждение. Хочется обратить внимание родителей, что обратиться в детский сад необходимо в течение 14 дней в случае отсутствия подтверждения согласия родителей направления ребенка в детский сад будет считаться невостребованным, и место будет предоставлено следующему по очереди ребенку. После обращения в детский сад у родителей есть 60 дней, чтобы собрать необходимые документы, пройти медицинское обследование, завершить процедуры зачисления ребенка и заключить договор об образовании по образовательным программам дошкольного учреждения. Приказы о направлении детей в дошкольное образовательное учреждение будут размещены на официальных сайтах администрации города и управления образования и молодежной политики. Контакты детских садов на сайте администрации города. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».